сегодня воскресенье, и мы все наконец-то дома, все встретились, все собрались для того, чтобы отметить дни рождения наших молекулы, наших красавиц, наших принцесс. Мы пропустили Алинин день рождения, пропустили Сонин, пропустили Вероничкин, Варин мы праздновали, но сегодня мы будем праздновать все три дня рождения сразу. И самое главное, вот уже наряжаются наши невесты, наши принцессы, да? И вот эта принцесса тоже примазалась к дню рождения. Да? Красивое платье. Ой, какое платье красивое. Так что сейчас будем готовить, накрывать стол и праздновать. Ура! Ну вот, наш традиционный семейный стол с шарами, с тарелками зелеными, нашими вечными, красное вино, шампанское. Вот, что еще? Ну вот, сегодня придумали мы такой пожаренный картофель по-деревенски с укропом, с петрушкой и так кубиками порезана семга слабосоленая. И вот такой у нас сегодня атрибут нашего праздничного стола. Сейчас мы будем жарить колбаски, клубника, арбузы, дыни, абрикосы. Пойдемте торт покажу. Какой-то сделали красивый торт. Привезли только что. Пока мы его прячем. Накрыть уже страшно накрывать крышкой. Вот такой Вероничка, Сонечка, Алиночка, Варенька. Это красивый торт, который делает зеленоградская компания. Так что пока мы все это спрячем, накрыть страшно. Ну так, чтобы они не видели, выключим. Так что пойдем готовить стол. Так, ну что, наши колбаски жарятся и здесь. И колбаски наши жарятся на мангале. Вот. Чевапчичи. Будем сегодня чевапчичи. Ну, а я, как всегда, свое фирменное блюдо шампиньоны. Так что у меня шампиньоны с лучком. Ой, ты красота. Колбасками. Так что приходите к нам в гости. Королевские шампиньоны. О! Давайте, мои дорогие, выпьем за наши... Все равно что-то... Вот думаю, что ты купишь, что-то упускаешь. Ну что же, с днем рождения! За нашу Соню, за нашу Алину, за нашу Вареньку, за нашу Вероничку! Гип-гип! Ура! С днем рождения! Ура! И за всех, за всех, за всех с днем рождения! Горит салют, листья сжигает, плачет Татьяна. Кто поет песню? Дай красный мизинец.
а где Алинка у нас? Алина! Это тебе подарок. Вот такой планшетик. Видишь, планшетик! Ну, давайте дружно. Что надо сказать за подарок? Спасибо! Да, в наше день рождения ничего не дарилось. Да. А это вот победит. Я сам не знаю, как все это работает. На сердце белыми нитями ты вышивала любовь. Красивой, милой картинкой она взяла за собой. А ты хотела любимой быть, а ты хотела летать. Я был прекрасной ошибкой. Вот она наша именинница, вот они наши понты рассыпающиеся. Вот они наши именинницы, вот так у нас шум, гам, крик, беготня, суета. И слава Богу, потому что это называется жизнь! Раз! Два! Три! С днем рождения! Красивый торт! Как у нас фантастический торт нам приготовили! Вот так, бросайте все! Давай, все! Всем огромный привет! Хорошего настроения! Улыбайтесь! Пойте песни! И, как наша игра называется, живите! Да, и Чак, вот он. И Чак всем говорит привет. Ну что? Вот такой у нас мастер.